Доктор Питер Атертон. Рад встрече здесь, в Ванкувере. Как вы слышали, это свершилось. Собраны вместе все ингредиенты, чтобы составить этот абсолютно ошеломляющий продукт. Это революционный продукт. Я так думаю, потому что он революционизирует ваш бизнес. Кроме того, он революционен потому, что впервые Forever Living создал продукт целенаправленного воздействия, направленный против артрита. И вы уже слышали из сообщений, что он работает. Я не думал, что в нашей команде столько людей с артритом. Выглядите вы очень бодро. Это действительно новое, динамичное, меняющееся направление. Я в семейной медицине работаю уже более 30 лет и видел много случаев артрита. Но дело не только в артрите. Подумайте о множестве людей со смежными проблемами, которым этот продукт может помочь. С болями в спине, спортивными травмами и продолжительными проблемами. В результате боли, повседневные перегрузки. Я полагаю, что этот продукт может быть обращен и к ним тоже. Я расскажу вам о случае артрита, который убедил меня впервые 7 лет тому назад в силе алоэ вера. Я был семейным врачом и лечил маленькую девочку небольшого роста. Она была еще совсем маленькой, когда впервые пришла ко мне. У нее был детский артрит. Мы называем его болезнью Стилла. 7 лет назад ей было 20 с небольшим. Ее зовут Элисон, и состояние ее было настолько серьезным, что ее руки были деформированы из-за артрита. Она двигалась медленно из-за боли, примерно вот так. Увидеть это было бедственным зрелищем. Она была худой, бледной. В один прекрасный день, когда я только-только познакомился с алоэ вера, она пришла ко мне с мамой, расплакалась и сказала мне: «Доктор, вы должны что-то сделать, потому что терпеть это я уже больше не могу». У нее была такая боль и такая скованность, что она принимала слишком много таблеток. Это очень опасный признак. И потому что она уже получила все, что может дать ей традиционная медицина, таблетки, обезболивающие, инъекции стероидов, физиотерапию и гидротерапию и всю остальную физиотерапию, я не знал, что ей предложить. Я как раз услышал о алоэ. Может быть, оно поможет, не попробуете ли? И, короче говоря, я был совершенно поражен наблюдаемым прогрессом. В течение всего одного месяца прием алоэ вера из желтой упаковки. Когда она пришла для повторного осмотра, эта маленькая девочка вдруг появилась в дверях с розовыми щеками. Без всяких побочных эффектов. И вошла уже она вот так. Для Элисон это был бег. Она сказала: «Доктор, что это за средство?»
Я ответил, я не знаю. Я не знаю, но, пожалуйста, продолжай принимать его. Впервые в жизни Эллисон была способна поднять ногу, согнуть свой тазобедренный сустав, подняться по лестнице, и для нее это было огромным достижением. Она была счастлива. Она вернулась на работу. Она стала дистрибьютором в нашем бизнесе, продолжает принимать алоэ вера, уменьшив дозировки своих обычных лекарств. Именно этот случай вдохновил меня. Он поднял мою веру в этот продукт. Я захотел узнать больше и отправился в Оксфордский университет изучать медицинские эффекты алоэ вера. Если бы не Эллисон, не стоял бы я на этой сцене сегодня. Так что глубокий был эффект у этого случая на меня. Перед тем, как я расскажу про новый продукт, разумным выглядит поместить его в контекст и рассмотреть способы, как мы можем помочь людям в этом состоянии. Первое, конечно, во многих случаях это стиль жизни. Вы видели это на видео. Из проблем стиля жизни самое важное – это диета. Должна быть сбалансированная диета. Особенно важно есть много овощей с зелеными листьями или бобов. Много бобов. Жирную рыбу, вроде лосося. Жирная рыба и бобы, может, и не пойдут вместе, я не знаю, но они лечат это состояние. Что вы не должны делать, так это перегружать себя алкоголем и кофеином, и обработанным мясом, как в колбасе. И есть люди, у которых ухудшение происходит от определенной еды, посленовых. И это перец, помидоры и даже картофель. Так что некоторым следует исключить их из диеты. Упражнения, как вы видели на видео, укрепляют мышцы и делают суставы подвижными. Также важен контроль за весом. Лишний вес действует на суставы, которые несут его. Возможно, программа Forever Light будет как раз подходящей. И еще, дамы и господа, смех. Смех. Смех высвобождает в кровь естественные вещества, которые действуют как героин на мозг и имеют обезболивающий эффект. В следующий раз, когда попадете себе по пальцу молотком, смейтесь, не плачьте. Если такое произойдет, расскажите мне, как вышло. Я уверен, это поможет. Это общие направления помощи. Но мы не всегда ведем образ жизни, который хотели бы. Не всегда едим пищу, которую следовало бы. Так что мы полагаемся на добавки. Сейчас я покажу вам несколько слайдов про существующие, старые продукты и про новые.